10 декабря нам, Радио России, исполняется 25 лет. Мы, можно сказать, ровесники Новой России. Являетесь ли вы сами радиослушателем? Что бы вы могли пожелать слушателям в Радио России? И, может быть, у вас есть уже какие-то пожелания на наступающий 2016 год? Ну, слушаю Радио России, когда в машине перемещаюсь с одного мероприятия на другое. Мне нравится, как вы заняли и сохраняете свое место в медийном пространстве. Радио, кстати, сейчас очень популярный вид коммуникации, особенно учитывая московские пробки. Это помогает легче перенести период ожидания, поэтому желаю вам по-прежнему оставаться интересными, по-прежнему актуальные репортажи доносить до ваших слушателей. Ну и если настроение уже предновогоднее, то всего доброго семьям, родным, близким, друзьям. Здоровье главное, но и чтобы время оставалось для отдыха. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.